Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Kingdom Rush Королевская Лихорадка. И мы с вами остановились вот на этой миссии. Называется она «В горах». Королева встречает нас с ордой своих самых могущественных существ. Это древние души Севера, угодившие в лапы зла сотни лет назад. Их единственная цель — порадовать свою хозяйку и погрузить мир в ледяной мрак. Наши войска страдают от сильного холода посреди окутанных снегом гор. Будьте очень осторожны, генерал. Хорошо, спасибо за предупреждение, ребята. Ну что же, отправляемся с вами в бой. Хотя подожди, мне нужно кое-что поменять в башнях. А, нет, я убрал, да, лучников. Я вместо лучников взял ведьму. Да, это годится. Так что, ребята, поехали. В горы, как говорится, мы с вами отправляемся. Интересно, что же тут за души такие, которые хотят угодить своей королеве? Не знаю, ребята, в первый раз играю, и, как мы видим, опять здесь будут эти самые злобные черепахи. Что это за волчонок? Что это такое? Ой! Ой-ой-ой, это что такое, ребята? Я... Не трогай это, узнай, почему лает собака. Почему лает собака? Потому что, ребята, она превратилась в какую-то фигню и потом еще при этом взорвалась. Ладно, шутки шутками, а у нас три дорожки, три! Раз, два... И три, причем вот это самая короткая. Самая короткая. Ёлки ты палки. Я не знаю, как мы будем здесь с вами справляться, но у нас нет выбора. Слушайте, я думаю, что я начну так же, как и в прошлый раз, именно со своих костяных метателей, потому что они очень сильно мне угодили. Очень сильно угодили. И я надеюсь, у меня как-то получится. Но не забывайте, что здесь еще две дорожки. Ёлки ты палки, а. И вражина-то может быть совсем другим. Понимаете? Буду рассчитывать на одного врага, а окажется совсем другой. И вот тогда-то я станцую, да? С горячухи. Я даже не знаю. И к тому же Олаху придется очень-очень много здесь передвигаться. Ладно, давайте запустим хотя бы. Посмотрим, проверим, что вообще здесь будет происходить. Угу. У нас пока одна волна, поэтому Олаха можно вот сюда вот перевести для поддержки. Да. Да. Для поддержки, как говорится. Давайте посмотрим, будет ли они справляться. Угу. Ну, пока все хорошо. Естественно, Олах очень могучий маг, поэтому у него все должно получиться. Если что, ребята, будем с вами, естественно, вызывать подмогу, да, и также бомбить лучом. Не без этого, поверьте мне. Ну и по возможности прокачивать наших костяных метателей. Конечно, хотелось бы призвать костяного вот этого громилу. Так, куда это вы собрались-то? Слушай, ребят, по-моему, они потихоньку, но как-то хотят продвинуться, да, вперед. Естественно, я не буду этого им позволять. Это у нас, как бы вам сказать, мертвые викинги какие-то, судя по всему. Слушай, а почему вы-то стоите здесь, даже не участвуете? Ну-ка, быстро в бой, вперед. 150 нужно монет. Так, подмогу. Слушай, да что ж так много-то их? Их очень, ребята, здесь много. Есть, опа, и смотри, что происходит. Следующие две волны сейчас пойдет вот по этим двум дорожкам. Я не знаю, как мы тут будем с вами сейчас. Хе-хе-хе. Да ну, хорош, что, серьезно, что ли? Нет, ребят, так дело не пойдет. Сколько там, 180 теперь еще нужно? Мне нужен луч. Мне нужен луч, ребята, как можно быстрее. Давай вот так вот сделаем. Пускай они оттуда начнут пока идти. У нас будет возможность с вами накопить на луч. И просто бомбанем вот в эту вот толпу. Да? Я думаю, будет эффективно. Так, прокачка. Давай, метатели, бомби. И луч, ребят, я применяю луч. О, совсем другое дело, очень хорошо мы его размазали. Так, подходит, да, это же у нас морозный гигант. Именно он. А здесь нам нужно 255 для того, чтобы я смог призвать себе вот этого, ребята, костяного костолома. Да хорош ты. Я так понимаю, сейчас будут одни гиганты идти, да? Хватает? Ай, чуть-чуть, совсем чуть-чуть не хватает мне для того, чтобы призвать. Ну, как вы понимаете, в данный момент я делаю линию обороны вот на эти две дорожки. Потом еще надо будет заняться верхней.
Полюбаську придется ей заниматься. Опа-на, кстати, смотрите, сейчас как раз по ней-то и пойдет противник. Поэтому Олаха мне придется, наверное, вон туда, ребята, переводить. Или рано? Нет, не рано, самое то. Ох, Олах, я не знаю, справишься ли ты там один. Этих мы пока отсюда уберем. Так, и здесь бы, конечно, по идее, надо костяного хранителя призывать. Так, вот этого попробуем, ребят, с вами в первую очередь разобрать. Что делаем? Бьем лучом, что делаем? Другого варианта все равно нету. Так. Да. Очень-очень, ребята, скверно все это дело происходит. Очень скверненько. Это еще черепахи эти не пробудились, которые тут у нас будут постепенно выходить и бомбить. Так, есть. С костяным хранителем и с этим, с костоловым нам будет немножко попроще наверху справляться, да? Эй. А вот, ребята, и черепаха рванула. Посмотрите. Собственно, персоны прет гадюка. Я не помню, мы ее, по-моему... Так, тут 330 нужно. Я не помню, мы ее телепортнуть-то сможем, если что? Пока не буду... Давай вот так вот, поддержку. Мне нужно 330 монет, чтобы улучшить вот эту, ребята, башню. Мы ее улучшаем, и тут у нас становятся улучшенные хранители. Вот, так, отлично. Кто у нас тут пойдет? Суперохотники, 7 штук. А, суперохотники, это эти прыгуны, что ли, да? Вот только их не хватало мне. Слушай, ну вот здесь вот тоже, ребята, не вариант. Как бы очень... Две башни вот на все про все. Вот они, точно, ребята, это у нас... Ой-ой-ой, сейчас тут начнется. Давай-ка, наверное, мы... Черт, не то немножко сделал. Ладно. Это не важно. Главное, чтобы вот здесь справлялись. А, тогда мы сделаем с вами вот так вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Куда вы бежите, а? Ну... Сможем разобраться. По идее, должны. По идее, должны мы с этим делом разобраться. Так, давай. Не пропускаем ни одного, ребята, ни одного. Куда? Осколок бежит? Пробегает, что ли? Нет, не пробежал. Не успел. Опачки. А это у нас ледяное сердце, да? Потом они становятся душами. Они становятся... Ну, убейте вот этого-то. Вот, стрелять. Есть. Прокачка. Прокачка по максималке. Остается лишь призвать еще одного хранителя нам здесь. Так, Олах, по-моему, тебе надо будет вот сюда немножко сместиться. И нам нужно 212 монет для того, чтобы улучшить наших морских дьяволов. Чтобы улучшить наших... Опа, тихо, Олах, пардончик. Придется тебе вернуться обратно. Потому что, ну, сам видишь, что тут происходит. Надо скелетиков еще призвать. Да, вы знаете для чего. Погоди-ка, а почему у нас... У нас еще одного хранителя... А, точно, вот здесь вот не вызвано. Я думаю, почему у меня только один скелет здесь бродит. Один скелет, все понятно. Потому что второго я еще пока не призвал. Мне не хватает монет. Сейчас тогда мы это с вами дело и сделаем. По-быренькому. Ну-ка, вот так вот, шикарно. Так, Олах, как мы видим, там пока справляется. У него все довольно неплохо. Ну-ну-ну, подбили. Так. Тут опять эти, да? Ледяные сердца поперли. И здесь тоже. Слушай, я знаешь, что думаю? Может быть, нам призвать склеп? Нет. Мне не хватает денег подбить. Не смогу подбить. А хотелось бы. Конечно, хотелось бы. Кому бы не хотелось. Так, душа. Успокойся, не пролетишь. Все, ребят, как мы видим, черепаха ожила. Соответственно, сейчас... Опа, а ты-то... Ты куда собрался? Фига он деловой. Нет, ребят, мне нет. Погоди-ка, вы что, совсем что ли озверели? Ну-ка, давай лучом. Так, сколько нам чего нужно? Нам нужно 212 монет, да? 212 монет для того, чтобы улучшить наших морских дьяволов. Так, помощь. Конечно, помощь. Без помощи никуда. Вот что, в чем проблема. Я думаю, что так слабо бьем? Убираем. Олах, иди сюда быстрее.
Блин, там эти пошли. А вот эти вот противные ребята. Когда их очень много, тут надо будет бомбить не по-детски на самом деле. Давай сетку, наверное, выучим. Олах, придется тебе, наверное, все-таки вернуться обратно. Хотя... не знаю. Тут сейчас будет люто. Тут сейчас будет, ребята, очень люто. Давай, наверное, скелет. Ты посмотри, что происходит. Оу, воу, тихо. Черт подери, ребята, они разделились. Олах, иди сюда. Что я могу? Могу предположить только вот такой вариант, ребят. Только вот... Что? Как это у тебя получилось, Олух? Давай скелетов вызывать. Так, Олах, ты где? Где мой Олах? Олах здесь. Ну... Хотя бы вот так как-то, я не знаю, лучом. А это кто еще? Ребят, смотрите, какие-то новые фигнюльки. Ледяной жнец. Древние духи из самой холодной части севера. Своими ледяными руками они способны перетянуть душу любого на сторону зла. Превращать своих мертвых врагов в осколки. Что за бред? В какие... этого-то подбейте, пожалуйста, мне. Олах. Где Олах-то? Блин, Олах вон там стоит. Так, подбили, да? Ага. Мне теперь начинают, ребят, замораживать здание. Так, это далеко собрался парень. Так. Так. Ну, мне нужно горгульку, ребята, вызвать. Полюбаську. Олах, давай, помогай. Давай, дожимай. Да что ты будешь делать, а? Ты погоди, ты... Душу-то эту... А эти, главное, стоят, вообще не реагируют. Он переродился. Он перерождается, если ты его не убиваешь. Ты понял, что такое душа? Вот теперь знай. Горгули, давай. Тут какой-то трэш просто творится. Бомбим, ребята, у нас другого варианта пока нету. Так, душу вот эту вот забомбите, пожалуйста. И пофиг всем, просто пофиг всем. Стоят, лыбятся. Есть, подбили. Так, здесь что у нас? Прокачку. Прокачку, конечно, ребята, без каких-либо колебаний все это нужно прокачивать. Вот сюда, кстати, знаешь, что нужно? Ведьму поставить. Точно, а почему бы и нет? Ведьмы это очень, ребят, хорошо. Опять он переродился, да чтоб тебя. Не успеваешь его бомбануть, и все, ребят, они перерождаются, и начинается трешняк. Заново приходится его бомбить. А пока... Чё, не чересчур ли ты? Парень часто стал... Уж больно быстро он стал воскрешаться, одним словом. Так, что у нас? Следующая волна? Откуда? Ё-моё! Олах, нам придется с тобой вот сюда перейти, наверное, да? Так, горгулька еще одна. Так, ребята, одержимость. Слушай, ну должно быть, наверное, неплохо сейчас, да? Ой-ой-ой, так, сможем? А, уже поздно, поздно метаться, я хотел ее подбить. Но это не сейчас. Опа. Да подожди ты, давай. Уничтожь эту ерунду. Бамс, вот так-то. А это все-таки стало, да, черепаха у нас? Это все-таки черепаха встала. Давайте, ребята, сейчас мы с вами выучим, прокачаем по максималке ведьм. Они будут и на этой стороне сражаться, и на этой. Все зависит от того, где нам понадобится помощь. Ой-ой-ой. Так, одержимость. Там-то у нас кто? Там у нас ведьмы. Которые, конечно же, сейчас будут выпускать свои осколки. Ну... Погоди, погоди, вот с этими нужно разбираться. Так, и гиганты еще прут. Гиганты, ребята, бегут. Так, давай, наверное, вот так сделаем, да? Тотем. Ставь там тотем, чтобы они не могли ничего там сделать. И вот, вот что нам нужно здесь применять. Пока хорошо. Блин, завалили, да, моего главного героя?
изучаем с вами лягушек. Так, что тут происходит? Пока все хорошо вроде бы, да? Тихо, 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 давай бомбить. Я не хочу, чтобы это... Подожди, что? Я же... Вызвал же. Блин, Олах, иди сюда. Ох, ёпрсты, посмотри, что. Олах, ты мне здесь нужен. Ты посмотри, куда, вот куда вы побежали. Сдерживаем. Костяной, лови ее. Нам придется вот это, ребята, использовать. Придется. Фух. Бомбанули, да? Уничтожили. Так, давай дальше с вами прокачивать вот это все. Так, здесь у нас полностью все отлично. Вот здесь вот слабо прокачано, ребята. Так, а это-то еще кто такие? Владыка зимы. Сила этих миленарских духов способна остановить даже самый сокрушительный урон. Их ледяное прикосновение разъедает металл и плоть. Неуязвимы к различным видам урона. Смертельная ледяная атака. В плане неуязвим к различным видам атаки. Вы что, издеваетесь, что ли, сейчас в данный момент? А как я тогда их... Что за бред? Ты посмотри, они не получают... А так... Ага, все, понял. Их можно, ребята, только магией бомбить. Только магия их может подбить. Ё-моё. Не было, блин, печали, называется. Так, подожди, давай так сделаем. Мы хотя бы их... Они вообще, они по физухе просто еле-еле получают урон. И это плохо, на самом деле. Это очень-очень плохо. Что там сверху у нас прет? Там сверху прет очень много противников. Вот что я тебе скажу. Ну, Олах, давай, иди сюда. Ведьма, ты... Ты где вообще бомбишь-то? Я не могу тебя понять. Родная ты моя. Так. Нечего тебе тут делать. Да хорош, вы что, специально, что ли, это все сейчас замутили? Пока все отлично, ребята. Пока под контролем все. Вот здесь мы с вами еще вызовем двух горгулек, я думаю, да? Так, куда вы погнали? Это, кстати, предпоследняя волна. Самое страшное будет впереди, я так понимаю, да? Самое страшное будет впереди. И вот она, заключительная 15-я волна пошла. Давай, горгульки. Горгулик мы с вами вызвали, пускай они будут здесь стоять. Нет, наверное, даже не здесь, а все-таки вот здесь. Все-таки они будут стоять вот здесь. Да какого ж лешего-то вы не смогли ее добить? Все, отлично. Так, смотрим, что дальше у нас тут происходит. Черепаха это еще ползет. Так, тут, ребята, еще черепаха. Мне нужны деньги для того, чтобы... Вот. Уничтожаем ее. Хорошо. Так, а ты-то куда собралась, а? Черепундя. Бежит она, типа я ее не вижу, да? Луч. Луч я не буду пока применять. Пока здесь вроде бы сами справимся. Слушай, только не говорите, что это у нас последние враги. Слишком маленькая волна на самом деле была. И я не верю. Это обман. Это действительно будет обман. Так, ну что? Черепаху мы загасили и смотрим. Да. Да, ребята, это была последняя волна. Хм, сам того не ожидал. Ну что же, этот уровень мы с вами прошли. Конечно же, мне пришлось потратить самую могущественную магию в этой игре для того, чтобы пройти на 3 звезды, сами прекрасно видели. Ох-хо-хо-хошечки. И вот, я так понимаю, ребята, мы пришли к самому главному трону, где будет восседать ледяная королева. Так, ну, для начала мы с вами заберем... Так, ну где? Получить награду. Узнайте, почему лает собака. Такая, мутант. Итого у нас 935. Мне не хватит, да, ребята, на вот эту вот магию. Гнев Везнана. Потому что тут нужно 999 гемчиков. Но не забывайте, что у меня, ребята, есть вот такие вот пробирки. Они нам дают по 3 сердечка за раз. То есть, если у меня в данный момент 6 пробирок, то есть 18 сердечек я могу получить.
при максимальном количестве в 20. Я считаю, что это неплохо. Ну что, друзья, давайте, наверное, тогда пройдем, попробуем, хотя бы глянем, что это за уровень и что нас там будет поджидать. Называется он «Ледяной трон». Наконец-то мы добрались, ресурсы почти закончились, и воины страдают от холода и истощения. Королева зимы вызвала нас на последний бой, на этот раз мы заточим ее в темницу. С этого дня легенды будут слагать о нас. Я надеюсь на это. И если мы здесь сфейлимся, ничего страшного, у нас будет следующая серия, да, где мы с вами попробуем все это дело наверстать. Тебе удалось сюда добраться? Но как и зиму меня не остановить? Точнее, там было сказано, но как и зиму меня не остановить. Слушайте, я вижу здесь две дорожки. Вот и вот. Очень много опять этих ледяных черепах. Големных, да? Естественно, тут будет уже присутствовать сама королева. Ну, без нее просто никак. И вот теперь нужно нам расставлять приоритеты. Куда чего влеплять. Естественно, костяные големы очень неплохо себя проявили. Так, да, сделаем. И вот сюда, наверное, мы поставим наших морских дьяволят. Слушай, вот здесь вот, вот здесь, конечно, будет если с этих двух дорожек будут выходить враги и идти вот по одной из этих, то это, конечно, будет трэш. Большущий трэш. Я даже не знаю. Давай вначале посмотрим, как эти идут сюда, а вы, а эти вот сюда. Причем здесь у нас драугр, да, 15 штук, а здесь у нас будет 20 штук драугров. Что тут, что там, очень сильный, ребят, противник. Ну, это вот эти вот зомби-драуги. Черт его знает, как тут быть. Бегать, конечно же, я не смогу. И там на два фронта работать не получится. Будем возлагать надежду на наш магический луч. Другого варианта я не вижу пока. И главное, чтобы вот эта вот ледяная королева нам как-то не вредила. Там замораживала башни или еще что-нибудь. А я думаю, что она будет что-нибудь эдакое противное делать. Давай потихоньку, полегоньку будем, ребят, с вами бомбить. Как только наберется... Что это такое? Что такое? Кто это такой? Только лыжи. Помогите йети хорошенько подкрепиться. Помогите йети хорошенько подкрепиться. Эй. Ты посмотри, ребят. Ну ведь так нечестно же на самом деле. Ну, я еще даже играть не успел. А у меня уже противник просто пробегает. Как быть-то? Давай подкрепление вызовем, поможем как-то. Не знаю, что из этого получится. Конечно, тут все нужно укреплять, если мы хотим здесь вообще с вами как-то продержаться. Ну ты посмотри, разве это дело? Разве вот это вот дело? Нет, конечно. Пей. Нет, ребят, не варик. Не успеваем. Ну как тут быть? Ну давай вот здесь вот. Ну здесь задержим, а тут-то как? Так вот есть только. Ну добьете хоть олах, иди сюда. Блин. Нет. Осколочек, иди сюда. Слушай, что за бредятина? У меня не хватает денег. Как бы, ребят, ну, чтобы вообще как-то здесь устроить себе, ну, защиту, в конце-то концов. Как они тут предполагали, что я должен, извините за меня, справляться? Я что-то как-то вообще, честно говоря, не особо догоняю. На что тут расчет идет? Так, ладно, давай тебя, олах, сюда вернем. Я не знаю просто-напросто, как надо бомбить их. Этих големов ледяных. Нужно прокачиваться еще при этом. Ну, сдерживать попробуем. 180 нужно. Уберем их отсюда. Тут 330, тут надо 180. Соответственно, здесь только 255. И там уже будет хранитель у нас, да, стоять.
Ох, ё-моёшечки. Ну, подбейте вы, пожалуйста, а. Минус один. Так, этого тоже подобьют. И того что? Того вот так вот мы с вами делаем. По-моему, вот так вот будет лучше. Ну, Олах, давай сюда, вставай ближе. Не забывайте, что здесь будут души, которые нам нужно подбивать. Иначе будет бобо потом. Душу бомбите, говорю. Иначе она сейчас опять воскреснет. Так, а тут кто будет? Драугры. 40 штук драугров пойдут вот по этой дорожке. Это не есть хорошо, на самом деле. Это не есть... Да вы будете уничтожать вот эту душу. Она же сейчас воскреснет. Ну, понятно. Тут, ребята, еще и черепаха, ко всему прочему, собирается возродиться. Ну, бомбите вы душу. Вот почему вот эти вот демоны стоят просто так? Он взял и рисанулся. Вот тебе и результат. Вот тебе и результат. Налицо. Сейчас будут два противника идти. Драугеры, да? Сейчас пойдут. Вот здесь вот 40 штук. 40 штук этих охламонов. Мощных. Трындец. Ну, подбили, наконец-то. Бон аппетит. Так, они пойдут. Забыл я. Блин, подожди. Нет. Олах, ты должен здесь стоять. По-моему, они, да, пойдут по этой дорожке. Этих мы с вами убираем отсюда. Пускай они там начнут свой путь. Нелегкий, не ближний, да? А нам что? Нам подкрепление, во-первых, надо призвать. Посмотри, что происходит, а. Ну, что мне это даст? Фу, ты, это скелет, елки-палки. Я уже подумал, что это кто-то бежит там. Давай, последнее, ребята, усиление. Ну, конечно, эту черепаху, фиг ты просто так ее одолеешь. Фиг ты ее так просто одолеешь, ребят. Так, смотри, эти драугеры пробегают. Почему ты здесь стоишь? Давай сюда переходи, скелетуля. Ты должен еще как бы в ближний бой, если что, ввязываться. Ну, одолейте эту черепаху-то в конце-то концов. Так. Давай теперь, наверное, прокачивать будем вот эту, ребята. Эй-ей-ей-ей-ей-ей. Не пройдет ведь. Не пройдет. Башня вот эта вот слабовата. Так, хорошо. Помощь. Да ну! Вы серьезно сейчас? Вы сейчас вот, блин, серьезно, что ли? Я не могу понять. Ну... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Что я тебе могу еще по этому поводу сказать? Иди сюда. Будешь выручать. Будешь выручать своей, как говорится, магией. Ну. 330 нужно, чтобы улучшить вот эту башню. Ребят, ну без нее, ну никак. Эти морские дьяволы, они очень хорошо задерживают противников. Без ее прокачки, ну, будет мало эффекта, ребят, на самом деле. Я вам серьезно говорю. Очень мало эффекта будет. Поэтому хотим мы или не хотим, нам просто это нужно. Нам в обязаловку. Потом, конечно, займемся уже вот этим склепом. Без склепа тоже, естественно, никуда дело не пойдет. 330, да, накопили мы с вами. Там еще и ведьмы, ребята. Там еще и ведьмы пошли. Естественно, со своими осколками. Еще и друиды. Вот она где. Веселуха-то сейчас начнется. Вот я вам скажу точно. Веселуха будет именно вот сейчас. Как нам быть? Сейчас будут замораживать мне здание. Конечно же. Как же без этого-то? Опа-на, черепулька. Ты куда это побежала? Обратно. Вот заморозка пошла, да? 170. Да чтоб тебя. 170, да, значит, нам нужно монет. Да ладно, моего героя завалили. Моего героя завалили. Костолома даже вальнули. Ай-яй-яй. Луч-то, почему так долго луч откатывается? Да подожди ты, идите вы отсюда. Там еще и эти ползут. О-о-о. Ну что, ребята, я могу только вот так вот предположить. Так, пока тут справляемся. Тут справляемся, слава богу, по нижней дорожке.
Давай склеп прокачаем, потому что, ну, нужно вызывать горгулик. Будет тяжко без них. Одержимость бы, конечно, еще не помешала бы нам очень сильно, но горгульки все-таки важнее. Вот, пускай они здесь стоят и будут атаковать потихоньку вражин. Там кто-то еще хочет выдвинуться. Кто у нас это будет? Кто? Суперохотники и ледяные жнецы. Надо подготавливаться к этому делу. Тут прокачка так. Одержимость. Я, ребята, одержимость сейчас прокачаю. По полной программе, да? Так, здесь... Оу, здесь надо хранителя вызывать. Костяного. Да-да-да, точно. Я думаю, в чем проблема? Волшебное лето, я вас умоляю. Злиться там это. А вот, ребята, и... суперохотники бегут. Ледяные, конечно же. Сейчас будем их потихоньку тут разбирать. Тут еще и жнецы. Об них тоже не стоит забывать. Так, вроде бы контролируем пока все, да? Как, что? Опа, 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 опачки. Все-таки подбили, успели. Дай-ка я, наверное, вот так вот буду бомбить. На всякий случай, от греха, как говорится, подальше. Что, следующая сразу же волна, что ли? Не слишком ли быстро, а? Так, вот здесь вот призываем. Раз, два. Ну что, вроде бы уже что-то, ребята, нормально у нас выходит из обороны. Зима, ей вправду близко. Да, вправду близко. И опять же не забываем, что королева пойдет рано или поздно. Нужно подготовиться. Нужно больше, ребята, всяких башен высших ставить. Вот сюда, например, можно было бы неплохо Да нет, я вообще хотел шамана поставить. Я хотел шамана туда влепить, на самом деле. Так, одержимость сработала. Видишь, побежал, побежал, побежал. Против своих же драться. Так, подожди, у нас одна горгулька. Нам нужно две горгули. Че это я? Серьезно-то, что это я подзапамятовал? Вот. Две горгульки, здесь у нас сетку прокачка будет. И вот здесь вот ведьму вызовем. My pretty, так. Ну ладно, этот черепах сейчас пойдет вот по этому пути. Я думаю, что мы с ней разберемся. Мы с ней разберемся. Так, голем, точнее это у нас гигант. Гигант, большущий, огромный. Так, черепаха вышла. Так, не помешало бы, конечно, и призрака бы еще дополнительного одного, но нет, 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 нет. Не надо так близко возле меня. Блин, выйдет сейчас, а? Сейчас же выйдет. Она уже вышла. Ну что, вжариваем по полной программе, ребят? Как-то вот так вот. Попытка была неудачная немножко, да? Потому что по черепахе мало дамага попало. Так, здесь у нас по фулке. Этот склеп надо улучшать, ребята, в обязательном порядке. Так, черепаха, иди отсюда. На самое начало, отлично. Вот туда ей дорожка, пускай пока прет. Так, у нас здесь. Вот тут вот улучшаем наших морских дьяволов. Ведьмочка, естественно, ведьма тоже хочет, ребят, как говорится, проявить себя, да? У нее неплохой скилл превращать в жабу. Превращать в жабу. Единственное, что когда она противник в жабе, мы почему-то с вами как-то не особо хорошо подбиваем в этот момент противника. Эй! Как-то напористо вы пошли. Ну, справимся, нет? 200. Давай-ка, наверное, вот так вот бомбанем. Эй, ты далеко, парень, собрался-то? Я тебя что-то не понял. Так, а тут-то у нас что происходит? Тут какая-то возня очень огромная. Закидывают, они завалят сейчас мне, наверное, да? Костолома моего. Хотя он там борется до последнего, смотри, упал. Но, тем не менее, довольно неплохо они. Так, души, 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 души. Вот эти вот, убивайте души, чтобы не рисанулись они. Ну что же, неплохо заработали мы с вами денежек. Вот так. Это какая? Это сейчас, ребят, пойдет у нас 12-я волна. И надо быстренько все это делать, потому что я думаю, что скоро пойдет королева. Очень скоро.
Поэтому этим пофиг на физ-атаку, да? Насколько мы поняли, их очень хорошо бомбит именно магия. Ну, вы сами прекрасно видите. Вот Олах довольно неплохо наносит им урон. А вот все вот эти башни, которые бомбят... Может быть, если бы тут стояла бы, например, башня шамана, да? Было бы, наверное, эффективно. Мы можем с вами, знаете, что делать? Вот так вот. Вот так вот будет лучше. Вот, смотрите, вот она, жаба, идет, да? И почему-то... Мои персонажи, ну, элементарно не успевают, ребята, убить. Чего? Это сейчас что за прикол-то был? Я вот не понял одного. С какого, блин, перепуга на него не подействовал телепорт? Ха. Ты завязывай мне такие фокусы-то вытворять в следующий раз-то. Так, а тут у нас сетка. Кто моего героя забомбил? Я что-то не понял. Кто-то забомбил его. Так, драугеры пошли. Блин, я сюда шамана хотел вызвать. Ну, ты вставать будешь? Эй, лежебока. Встал, ожил. Давай бомбить их. Скелеты как почему-то вообще не по той дорожке идут. По какой мне надо? Вообще не по той. Тут все хорошо прокачано. Тут кроме скелетов. И тут кроме еще одного дополнительного призрака. 230 нужно для того, чтобы нам полностью, ну как, по максималке прокачать склеп. Все, теперь остается сюда вызвать еще двух гаргулик. И вот этот пятачок у нас будет самый-самый такой защищенный, скажем. Но, опять же, повторюсь, не на 100%. Не на 100%. Если враг захочет пройти, поверьте, он пройдет. Он раздавит весь мой оплот и просто... Ты посмотри, сколько тут драугеров. Посмотри. А куда он пошел-то? А, это же привороженный. Ты смотри, что творится сейчас в данный момент здесь. Это просто трэш. Мне срочно нужен луч. Просто срочневский просто. Ты посмотри. Так, давай вот так вот делать. Вот. Так, еще... Нет, мы больше не будем с вами применять пока. Так, а вот это что такое? Что это, я спрашиваю тебя, такое? Блин, эту я не успел, к сожалению. Ладно, неважно. Так, души, да? Роднульки, вы идите вот сюда. Вы идите вот сюда. Погоди-ка. Черепаха, ты куда собралась? Не в тему, главное, да? Луч. Ну, неплохо, я вам скажу. Бомбит луч. Очень неплохо. Ну, вот эту вот почему-то лягушку мы не можем, ребят, с вами пробить. И смотри, вот почему они стоят все? Вот это меня удивляет просто. Стоят и все. Любуются. Подбили. Молодцы. Тут вы справились. На, отлично. Так, прокачиваем здесь одержимость. Душу, говорю, валите. Успели, нет? Я не пойму, что там вообще происходит. Они бьют черепаху в данный момент. Черепаху подбили, хорошо. Герой мой погиб опять с чего-то вдруг. Непонятно по какой причине. Так, секунду. Куда ты побежал? Куда ты побежал, родной мой? Сюда нужно все-таки шамана влепить. Вот чую я, что надо будет влепить сюда шамана. Давай, душу вот эту. Отлично, подбили. Сейчас мы с вами прокачаем шаманчика. По максималке. Ой, срочно. Я не успел. Ребят, я не успел. Олах, иди сюда. Надо разобраться с этой черепахой. Да, сможем ли мы с ней разобраться-то? Так, секунду. А почему здесь у меня... Все по... Олах. У нее полностью здоровье, что ли, восстановилось или нет? Ну, почти, ребят, почти полностью. Так, сюда на всякий случай мы, наверное, с вами поставим еще дьяволят. Еще дьяволят. Пускай будут здесь на всякий случай. Потому что, ну, сами видите, бывает форс-мажор. Они пробегают каким-то образом, противники.
И вот лишняя защита здесь никогда не будет лишней. Так, прокачиваем сетку. Ну, а молнию, в принципе, не обязательно. Так, все, что ли? А, ребят, смотрите. Так, узрите, смертные, зима пришла. И вы хотите сказать, что она сейчас пойдет? Она пойдет! Она уже идет, она вместе, ребят, с троном сорвалась. Ну, естественно, естественно, куча врагов. А как иначе-то? Где у меня Олах-то? Я не могу понять. Так, Олах, давай. У тебя неплохо получается бомбить по ней. Я вот так еще сделаю. Так, отойди. Отойди оттуда, ну его нафиг. Так, ага, замораживает она мне. Я, в принципе, догадывался, что так будет. Моего главного персонажа завалили уже. Эй, погоди. А почему мы не наносим урон этой королеве-то, этой морозной? Да ты достал уже своими... Что она там сделала сейчас? Так, подожди. Да как они проходят-то, упыри эти? Твою же налево. Мой герой просто погибает раз за разом. Он не успевает ничего сделать. Понял? Он не успевает ничего абсолютно сделать. Даже... А это проходит и замораживает просто все. Все на своем пути. Ну... Да, он не успевает, ребята. Чтоб тебя. Ну и куда вы, блин, олухи, бежите все? Эй! Ребята, это фигня, это трындец. Смотри, что происходит. Этих я, например, убираю. Она замораживает мне все здания абсолютно. Я ничего не успеваю. Просто элементарно не успеваю. У меня еще вот надежда на наш луч и на моего Олаха. Олах, иди сюда. Этих отсюда убираем. Олах, ты бомби королеву эту, блин, снежную. Королеву бомбите мне, главное. Остальное, как говорится, все потом. Просто обалдеть, армия. Ребята, если мы сейчас... Есть! Ух! Три звезды, ведь три звезды дайте, пожалуйста. Ну, Фух, там анчивку какую-то мы с вами заработали. Ты прикинь, вот в такой вот куче, да, всего нужно бомбить королеву. Ребята, немножко как-то странно закончилась у нас игра. Ну, мы с вами убили королеву, да, я не спорю, и мы никуда с вами не продвинулись. Но, насколько мы знаем, да, 23 октября, еще раз напомню, у нас должно быть обновление. То есть, или продолжение карты, или еще что-то. Так, ну, во-первых, я с вами заберу анчивки, которые мы с вами выполнили. Получить награду 500, это помогите Йети хорошенько подкрепиться, да, прикольно было, подбежал и какого-то человечка просто съел. И также мы с вами победите королеву зимы с замерзшего севера. Найдите капитана первого мстителя. Я, кстати, вот эту анчиву еще не делал, я даже не знаю, где искать. Очень много, ребят, у меня еще анчивок невыполненных, да, например, убейте 200 врагов ульями. Прикольно, я думаю, прикольно. Искусственные бревна. Используйте продвинутое горячее топливо в ваших печах 88 раз. Все это, конечно, интересно, я постараюсь это все сделать, но, конечно же, больше всего хотелось бы мне, ребята, обновление. Игра прикольная, она сложная, но она очень прикольная, она держит напряжение, как-то нужно думать, соображать, куда что влепить, в общем, то, что нужно для меня. Ну, а с вами, дорогие друзья, я буду прощаться, всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось, а мы обязательно увидимся в следующей серии и продолжим играть в королевскую лихорадку.
Так что всем пока и до скорого.